зачем нам такое расстояние между нами? Мы не борцы, да? Борются, да? Нет. Опять вот оно здесь, да? Ага. Зачем нужна эта гигантская система? Ну, конечно, это для вас может быть рядом, но благодаря этой хитрой штучке я могу видеть вот здесь. Вот здесь. Не здесь, а вот здесь. И это приятно? И по-человечески красиво. Дальше. Что женщина ваша делала, то, что вы видите, она должна знать, куда идти. Сейчас у меня вот эта рука, скажем так, вот это направление плеча, оно будет ведущим. Если не важно, что делают мои ноги, она наперед должна кися, 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 кися. Если моя кися не слышит, да, значит, я плохо даю. Бывает так, что ваши шаги совпадают с обрядом. Когда женщина придет, если она так будет, то она сделает. Но она должна даже сильно уставшая, ничего не понимающая, она должна это сделать, как видите. Четко вокруг себя. Ей нужно чуть-чуть заранее. Да, не когда она просто встала, а уже звать. Уже звать. Хорошо? Угу. Девочки, очень часто встречаются, ну, у каждого разные свои шутки, но, наверное, одна общая. Второй части это почва вперед. Там, вот здесь шаг, либо падаете на него, да, как будто бы животом вам идете вперед, что неприемлемо для шага вперед, потому что это падение. Ощущение такое, что кто-то толкает спину, и весь шаг мы сделали это толкание, пришли. А дальше самое интересное, чтобы сделать поворот, нам нужно седрить. Сначала отправить вверх за партнером. А потом, когда уже не хватает, мы бедро не трогаем, оно как будто бы неподвижно еще, да? Потом, когда уже не хватает, партнер еще чуть-чуть как будто бы идет на поворот, и тогда мы уже забираем бедро и ноги. Тогда ощущение, что мы закрепились вот так. Рам-пам-пам-пам-пам-пам. С маленьким шлейфом нога, да, как будто ноги отставим на движение. Если я ноги собираю, да, не то. Тем более может нас вывалить туда, в ту сторону, да? Ну, еще будет тянуть вправо. А девочкам, чтобы было резонно все-таки оставлять лапы? Не дети, а лапы. Кажется, мы немножечко перегнули со временем, да? Но у них есть очень